Социально значимый проект «Брест – здоровый город» активно расширяет свои горизонты в областном центре с 2014 года. В этот раз на базе государственного учреждения образования гимназия номер 5 в микрорайоне Дубровка жители города могли получить бесплатную консультацию специалистов, пройти диагностическое обследование, поучаствовать в тренингах и мастер-классах. Все это бесспорно способствует активной популяризации здорового образа жизни среди населения. И, безусловно, такие акции помогают сохранить ментальное и физическое здоровье, что в целом влияет на все аспекты жизни деятельности брестчан. Здоровье является это высшее благо из всех имеющихся. Не всегда мы это понимаем сразу, но вот, в принципе, акция служит для того, чтобы осознать, как сохранить здоровье и зачем. Сегодня на территории гимназии номер 5 реализуется такая акция, на которой могут прийти как взрослые, так и дети. Начиная с информационной сопровождающей, у нас есть ряд информационно-образовательных материалов по профилактике зависимости, по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. И реализуется здесь также ряд таких, как, скажем так, подпроектов. Это и здоровое сердце, это мой выбор жить с позитивом, это и школьное питание здоровое, рациональное, это и правильная осанка – залог здоровья, то есть это то, что связано так или иначе с медицинской сферой. В этом году это уже вторая акция, то есть первая у нас происходила в мае на базе Грибного канала. Это, конечно, микрорайон Ковалева, но любой житель города мог там поучаствовать, и тоже было множество локаций и внутри, и снаружи. А сейчас это, скажем так, район достаточно отдаленный, и мы решили провести вторую акцию именно на Дубровке, чтобы население тоже знало, что такое есть. Отдельное внимание уделяется здоровью самих учащихся. Подрастающее поколение – это будущее нашего государства. И важно акцентировать внимание на проблемах, которые могут пагубно повлиять на развитие и становление личности. Программа в себя включила мероприятия по профилактике психического расстройства, раннему выявлению нарушений осанки, усовершенствованию существующей системы школьного питания. Участники акции могли продегустировать блюда, которые внедрены в школьное меню при реализации пилотного проекта. Проект «Брест – здоровый город» на территории гимназии номер 5 города Бреста проводится впервые. Здесь организовано очень много локаций для детей и населения нашего микрорайона. Очень отрадно, что эта акция профилактическая. Здесь можно пройти консультацию у врача. Меню разработано согласно килокалориям, по белкам, жирам, углеводам. И рассчитано по энергетической ценности, каждым по возрастам. Если дети у нас по оценке что-то не кушают, мы тоже разрабатываем новые блюда и также их меняем. Меню, оно утвержденное центром гигиены, проходит оценку центра гигиены, и после того только мы начинаем кормить детей. У нас разработаны на 10 дней блюда из рыбы, из птицы, из мяса. Мясо свинины, говядины 50% на 50% входит в состав. Также у нас супы, если это группа продленного дня, у них трехразовое питание. И они получают полноценные обеды с супами. Во время акции проходила выставка продуктов здорового питания, лекарственных препаратов, витаминов и минеральных комплексов, которые направлены на профилактику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также диагностических приборов профилактической направленности. Любой желающий мог протестировать или попробовать тот или иной продукт. Белорусский бренд медицинской техники под названием «Сердце». Это бренд, который был разработан специально для нашей страны, специально для белорусов, с заботой о белорусских сердцах. Вообще основная цель этого проекта – сделать медицинскую технику доступной каждому белорусу. То есть здесь представлены электронные термометры, инфракрасные термометры, запястные тонометры, плечевые тонометры, мышнебулайзеры. Очень широкий ассортимент различных изделий. В ходе акции подростки, родители, педагоги могли получить консультации врача-педиатра, психолога, врача-невролога, врача-эндокринолога, пройти диагностическое исследование. При необходимости пациентов направляют на внеочередное дообследование в учреждение здравоохранения по месту жительства. Проведение в рамках акции спортивных мероприятий и интеллектуальных викторин привлекали внимание горожан. В стороне не остались и представители Брестской организации Белорусского Красного Креста, городского отдела по чрезвычайным ситуациям, госавтоинспекции, облсполкома. Организация «Белорусский Красный Крест» принимает активное участие в данной акции. Сегодня у нас имеются интерактивные площадки по оказанию первой медицинской помощи, также аквагрим, раздача шариков, также информирование населения о деятельности организации «Белорусский Красный Крест».
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию граждан в любом возрасте и социальном статусе – важная составляющая развития здоровой нации. Здоровье невозможно купить ни за какие деньги, но есть шансы сохранить его, чтобы активно трудиться, развиваться и строить счастливое будущее. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.